Привет. Привет, понятно. Ребят, ну пока присоединяются, я бы, наверное, все-таки хотела еще раз вам напомнить. О, уже все понятно уже. Добрый вечер, ребят. Да, буду читать ваши сообщения сразу же. Вот, пишите, я потом их пролистаю. Ребятки, еще раз хочу вам напомнить, что у нас есть с вами разные форматы общения, и у нас, либо в другой стране, очень часто все меняется. Меняется, и бывает не всегда нас об этом оповещают. Вот. И чтобы нам с вами не потерять друг друга, если вам по каким-то причинам я интересна, привет, то подписывайтесь еще на другие каналы, на Телеграм-канал, на Яндекс.Дзен, на Бусти. Все ссылочки в описании к любому видео, и к этому в том числе. Они вам не будут надоедать, если вы не захотите в каком-то другом формате общаться или там смотреть. Вы можете это просто подписаться и пока забыть об этом, потому что, ну, вот всякое бывает, вот в нашем, вот так вот оно бывает, что бывает раз, и все, и мы потеряли друг друга, потому что в определенных сетях я сейчас не выхожу, потому что не дают сохранять эфиры, не дают выходить в какие-то в определенные часы, то есть вообще не запускаются эфиры, поэтому вот так вот происходит. А сегодня, ребят, я с вами хотела поговорить про тему, да, которую у нас очень любят, тема матрицы. Выход из матрицы. И я ни в коем случае не претендую на истину. Я, как обычно, это говорю, я ни в коем случае не претендую на истину. Я вам озвучиваю только свое видение, что я вижу, как я вижу, почему я это вижу. И вы можете с этим согласиться, а можете не согласиться. Вы можете это написать в комментариях. У нас очень часто бывает такое, что у нас даже есть сейчас, насколько мне скидывали, семинары, тренинги, какие-то закрытые клубы, закрытые там еще что-то, много-много всего, где описывается о том, что как можно выйти из матрицы, как можно выйти из матрицы таким-то путем, таким путем. И у меня сейчас есть знакомый, который придумывает свою схему, ну как придумывает, видит, я бы так сказала, наверное, более лояльно это буду сказать, видит свою схему выхода из матрицы. Но что такое матрица? В этой матрице мы с вами родились, и мы в этой матрице с вами знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И когда некоторые, или как некоторые думают, некоторые говорят, некоторые действуют, говоря о том, что выход из матрицы, это нужно сделать то-то, то-то и то-то, вы откуда это узнали? Вы это узнали из этой матрицы? Да как вы думаете, вы выйдете из этой матрицы, зная информацию этой матрицы? Или вы предполагаете, что вы такой максимально раскрытый, открытый, что вы готовы считать информацию со следующего уровня матрицы, чтобы вывести кого-то из этой матрицы? Как вы можете вывести кого-либо из этой матрицы, если он не прошел свои круги этой матрицы? Может быть, это масло масляное, но с другой стороны, давайте посмотрим. Вот самые банальные вещи, которые нам говорятся, да?
чтобы быть вот таким-то, либо таким-то, чтобы сделать вот то-то или вот то-то, нужно сделать вот ряд таких-то действий. И эти действия, как правило, ассоциируются с общепринятым «хорошо». И когда ты общепринятое «хорошо» начинаешь интерпретировать в этот мир, в эту вселенную, ты начинаешь думать, что твоя карма, судьба, еще что-то, она начинает складываться вот таким вот образом. А если ты начинаешь делать вот это вот плохо, вот это, то у тебя складывается матрица, судьба, карма вот таким-то образом. Но по факту ничего не меняется. Дело не в матрице. Дело в том, что ты даешь какую-то, и ты даешь интерпретацию своим действиям, то есть твое видение, твое мышление, твое действие сейчас, оно полностью отразится в твоей жизни, в твоих действиях и в твоих действиях, в твоих мыслях через какое-то время. Ты здесь – это всегда проекция того, что ты сделаешь через какое-то время. Ты здесь сейчас, то есть ты здесь сейчас даешь четкую проекцию следующего. Но часто мы не понимаем, что здесь и сейчас мы и есть проекция самого себя. Мы думаем, что мы здесь делали, а потом отразилось, а по факту отражается же здесь и сейчас. Давайте я вам приведу, ребят, банальный, абсолютно банальнейший пример, чтобы, может быть, это будет понятно. Смотрите, вы все меня уже давно знаете, да, и вы знаете, что у меня два сына, и у меня старая собака. Старая собака, немецкая овчарка, красивейшая, умнейшая, просто души в ней не чаем, да? Но, и вы знаете, что я сейчас переехала. Пока не знаете куда, но я вам сделаю завтра, попробую смонтировать ролик, чтобы вам было прям совсем красиво все это. Если у меня хватит мозгов на монтаж ролика. Правда, ребят, я как бы немножечко в этом не сильна, но для вас я очень-очень постараюсь. И вот наша собака, мы жили в центре Сочи, в великолепной квартире, вы многие ее видели. Это действительно великолепная квартира, квартира в полдома. Она действительно в полдома многоквартирника, то есть там многоквартирник, и на этаже только две квартиры. Одна половина дома и вторая. Одна половина дома маленькая, и вторая половина дома большая. Мы вдоль большой половины дома жили. Вот, то есть в эту квартиру можно было на самокате ездить туда-сюда, по всей квартире. Великолепная квартира, великолепное место, прям самый центр Сочи, все поблизости. Но у нас есть, опять же, повторюсь, собака, которая старенькая, а старенькая, она плохо ходит у нас, она, помимо того, что плохо ходит, если она что-то съела не то, то у нее начинаются с желудком проблемы, если у нее начинаются с желудком проблемы, то она может не выдержать, чтобы дойти до улицы, либо это будет в подъезде, мы постоянно мыли с детьми подъезд. Вот, у нее вплоть до того, что было, что нам уже сказали, там, да вы что, да нафиг вам это надо? Вы живете в таком месте, вы живете так классно. Ну, собака уже старая, но примите это, что она уже старая, сходите ее усыпите. Что для меня было такое, что усыпить собаку? Для меня, я не говорю, что это хорошо или плохо, я не говорю, что это какие-то загнанные критерии, за которые нужно цепляться. Но я так выросла, и я же, какая бы я ни была, что бы я ни осознала, у меня есть та база, на которой я вообще, в принципе, состоялась, да? Вот. И что для меня значит, что усыпить собаку? Это значит, что я своим детям, я своим мальчикам, не просто детям, не просто девочкам,
А я своим мальчикам могла бы показать, что да, у нас есть любимые животные, вещи, люди, неважно что. Но когда они нам приносят какие-то неудобства, мы можем от них отказаться в пользу себя. И для меня это было не из стадии правильно или неправильно, а из стадии ответственности. А что ты тогда можешь, вообще какую ответственность ты можешь дальше взять на себя, если ты так можешь поступить с этим? И ответственность для меня и для моих мальчиков была та, что если с нашей собакой что-то случается, она не может добежать, она может уделать весь подъезд, она может там еще что-то сделать. И мы шли и мыли это все не потому, что мы такие хорошие, а потому что это часть нас, это потому что наша ответственность за то, что мы это на себя приняли. Это потому что, когда эта собака была молодая, мы с ней бегали, мы с ней ездили в какие-то непродолжительные марафоны в несколько километров на велосипедах, а собака бежала, она постоянно бежала, она бежала с утяжелителями. И вот это было все круто, это было все классно, она была выставочная собака. Она была великолепна, у нее там вообще, они там, о, какая собака. И после вот этого что мы можем сделать? Мы можем от нее отказаться, чтобы что? Чтобы кому что доказать? Что я лучше, чтобы я выше этой собаки? Что я лучше какого-то обстоятельства? Чтобы я могу выйти из этой матрицы? Из этой матрицы, то есть что для кого-то матрица? Для кого-то матрица вот эта, для кого-то вот эта, да? И это только от уровня осознания зависит. Из какой матрицы ты готов выйти? Из того осознания, которое у тебя было, или из того осознания, которое у тебя есть сейчас? И мы приняли с детьми решение, что мы готовы ради нашего члена семьи переехать в дом, неважно, какой он будет, вот как-то вот так вот. Вот как-то вот переехать из великолепного дома, из великолепной квартиры. Причем собственник, на нас писали заявление, жильцы дома, их мало, их было очень мало, потому что дом совсем маленький, и все очень важные люди там жили, конечно же. Вот. И собственник нашей квартиры, который нам сдавал эту квартиру, он сказал, говорит, Света, говорит, я без претензий, чтобы мне не писали, я за тебя. Вот как хочешь, так и как бы живи, вот я только за тебя. Но мы приняли решение, что как бы нам не было, мы же не собираемся идти в борьбу. Мы же хотим, чтобы было хорошо, как минимум нам. Если нам будет хорошо, то и вокруг нас будет хорошо. А что такое для нас было хорошо? Это собака, которой всего лишь исполняется 12 июня 11 лет. Да, она после уральского климата, ей стало на климате Краснодарского края тоскливо. Она привыкла, что она там в минус 40, он спит на снегу, и для него это норма. Когда ты встаешь утром детей отводить там, в садик и в школу, дверь открываешь, а собака встает, и у нее начинает от шерсти, то есть шерсть горячая, кожа вот это вот, испарение идет. И то, что минус 40 ночью, да, вот, и у нее идет вот эта вот пленка, как ледяной корсет. И собака встает, и вот этот вот лед начинает на ней ломаться. И представляете, после этого она приезжает в Краснодарский край. Конечно, она сдала как бы достаточно сильно. Вот. И когда мы приняли решение переехать в дом, я просто, это когда мне говорят, иди работай, ребят, я так счастлива, что у меня есть такая работа, как вот эта, я так счастлива, что у меня есть вы, вот как бы мне что ни говорили, это действительно то, что мне позволяет себя чувствовать максимально счастливой. Потому что
то, что делаете вы даже не осознаете. Каждый вот по маленькому миллиметру мою жизнь делают просто вот оно просто фееричной. Она настолько вот клевая. И у меня подруга, которая, кстати, будет на Автополстар скоро выступать, моя подруга, она говорит, давай, говорит, вот где-нибудь около меня. Я говорю, ну, блин, клево было бы, потому что тут прямо сразу же море, там еще что-то. В течение одного дня, вот это просто вот так вот сложились обстоятельства, что в течение одного дня она находит дом, в который мы переезжаем. И мы переезжаем в этот дом, он великолепный, он находится прямо на берегу моря. Тут перед нами только один дом перед морем. Вот. Мы глаза открываем, и сразу же море. И у нас собака, мы еще недели здесь не живем. И у нас собака, она за эту неделю, она мало того, что она начала опять есть, он перестал есть у нас, потому что ему было тяжело, видимо, он понимал, что нужно ему держать это все в себе, там еще что-то. Вот. Он начал есть у нас, он начал у нас гулять, он начал у нас вставать обратно на подоконник. То есть он у нас маленький, когда был молодой, он все время вставал на подоконник и смотрел, что же там происходит в доме. И здесь он начал вставать на подоконник и смотреть, что же там происходит в доме. Это буквально еще недели нет, что мы переехали. Что это значит? Это значит, что мои дети знают. И для меня это важный критерий, как бы я ни говорила, что нет важного, но это в том числе, я же живу в этой плотности, я же живу в этом мире. И я понимаю, что для моих детей это в первую очередь значит о том, что они готовы уехать из центра, из каких-то определенных благ в какое-то другое место, чтобы их близкий, неважно кто это, животное, человек, либо еще что-то, чтобы их близкий, за которого они приняли ответственность, чтобы эта ответственность шла до последнего, чтобы они за эту ответственность несли максимальную ответственность себя. И про что я это говорю, ребят? Это же про то, что, как мы говорим, выйти из матрицы. Это сегодня мы с собакой поднимались, когда с моря к дому. Я просто на нее посмотрела и сказала, говорю, я когда вот сейчас вот спускаюсь, поднимаюсь к морю, открываю глаза и вижу из окна море. Я говорю, боже мой, я живу просто в раю, это настолько великолепно. И мы сегодня шли, я просто посмотрела на собаку, говорю, Жора, говорю, я тебя так благодарю. И это только вот то, что вот мы сейчас находимся вот в этом раю, это только благодаря тебе. То есть, ребят, понимаете, что если бы мы ее усыпили, когда мне многие, так сказать, да, говорили, что усыпите, собака старая, она мучается, зачем? Ты себя начинаешь там, ты себе говоришь, мне говорили, что ты себя оправдываешь, что ты хочешь быть хорошей, делая собаке плохо. Я об этом задумалась. Я думаю, действительно ли я делаю себя хорошей, делая собаке плохо? Думаю, что я могу сделать так, чтобы, неважно, какой я была, но была моя ответственность по отношению к собаке хорошей, потому что собака здесь не виновата. И для меня пришло, что я могу переехать, чтобы собаке было хорошо. И тогда я уже не хорошо, не плохо, но я эту ответственность максимально выполняю для самой себя. И если бы я тогда усыпила эту собаку, то есть, смотрите, ситуация тогда, не в сейчас, не когда-то еще, ситуация в тогда. Если бы я тогда усыпила эту собаку, то я бы продолжала жить в благах, в определенных. Неважно, чтобы у меня было здесь. Мы сейчас про здесь не говорим. Здесь это идет только в том смысле, как мы интерпретируем себя по отношению к себе, насколько мы такие все, ой, я вот это вот переживаю, или я не переживаю, меня это не трогает. Это не про это. Это именно я сейчас говорю про то, что можно прощупать. То есть я бы могла остаться там и жить в тех условиях без собаки. Либо бы я могла сейчас, и делаю сейчас, живя здесь,
просто на берегу моря. И по факту это случилось только благодаря этой собаке. Если бы не было этой собаки, я бы не задумалась, если бы не было моей больной старой собаки, я бы не задумалась о том, что мне нужно все-таки переехать обратно в дом. Конечно, мне помогла моя подруга, мне помогли мои друзья, мне много кто помог, у меня много всего сложилось благодаря, еще раз говорю, благодаря вам. Это не все я сделала, но я создала ту ситуацию, моя матрица создала ту ситуацию, чтобы вокруг меня образовалось вот это поле, в котором я могу еще больше себя раскрывать. Я могу, у меня еще больше сейчас потенциал мой раскрывается, потому что я сейчас чувствую настолько прилив этой энергии, у меня сейчас... Моя собака, я вижу, как она себя чувствует. И для меня это раскрытие. Я вижу, что как чувствует моя кошка. Да, у нас кот Шпрот. Мы недавно узнали, что это кошка. И вот она сейчас здесь лежит, и она тоже счастлива. Вот. У меня дети тоже счастливы, потому что они могут сделать какие-то определенные вещи. Да, они продолжают учиться в центре, они продолжают туда ездить, там, они продолжают там еще что-то старшее, да, с младшим мы там какие-то определенные вещи делаем. Но это все про другое, и это все же про матрицу, ребят. Из какой матрицы вы хотите выйти? Куда? Вы же всю свою матрицу, что такое матрица? Это наша жизнь. Какую вы ее делаете? Насколько вы готовы взять ответственность? Даже не за действие, а за вашу душу, за души тех, кто находится в вашем поле. Что вы готовы в этом собрать? И когда мы говорим про матрицы иных других, это мы говорим про финансовое положение. Ребят, это настолько единое. Если бы я не состроила эту матрицу, если бы я не состроила ту матрицу, которая есть вокруг всего этого, никакое бы финансовое положение мне не позволило бы что-либо сделать. И только когда я состроила свою матрицу души, когда я осознала и поняла, что я каждым шагом выстраиваю в своем мире, когда я это прочувствовала и прожила через себя, не через хорошо или плохо, не через то, что я хорошая и такая замечательная, а через внутреннее состояние себя, то весь этот плотный мир дал мне определенный поток того, что должно произойти, чтобы дальше было раскрытие меня. И именно поэтому, ребят, я хочу сделать вот этот марафон. Я его, конечно, назову, что это финансовый поток, либо денежный марафон, либо еще что-то. Но по факту это будет то, что это будет ваша платформа, вашего себя, вашей матрицы, вашей души, вашего раскрытия. А не про то, что я буду сейчас всем показывать, какой я молодец, либо какая я молодец, чего я добилась и все, и от чего я добилась. Похвастаться, чтобы что? Чтобы показать еще кому-то, насколько я несчастна? Нет, не про это. Про счастье. Мы идем к счастью. Мы все идем к счастью. Какая разница, в какой матрице, где эта матрица? Матрица это называется или не матрица? Деньги это или не деньги? Что вас делает счастливыми? Насколько вы готовы идти к себе, к счастью? Насколько вы готовы себя принять счастливыми? Мы же многие не можем себя принять счастливыми. Мы же многие можем себя интерпретировать только через боль. Вот сейчас идет у меня марафон возможностей меня, и мы сейчас с девочками разбираем. У меня там одни девочки в этот раз.
и с девочками разбираем, почему это все. И все идет через боль физического тела. Тело физическое разваливается. Разваливается в прямом смысле. Люди умирают. Умирают не потому, что они такие плохие, а потому, что идет пересборка другого иного. И это ведь не в матрице. Дразнишь меня этим морем из океана. Год в Сочи прижила как-то. И пару лет в Геленджике соскучилась по морю и теплу. Геленджик я, ребята, обожаю. Там такой мягкий климат. А настолько там все по-другому. Ребятки, я вас, правда, очень ценю. И вы для меня очень много делаете. Даже кто пишет прям плохие-плохие комментарии по любому поводу. Я тоже вас очень ценю, потому что они позволяют мне задуматься о чем-либо. И это важно. Это важно и в том числе для меня. Я вас благодарю за каждый комментарий. Я вас благодарю за каждый просмотр. Я вас благодарю за каждый лайк. Я вас благодарю просто потому, что вы есть. Потому что вы есть в моей жизни, потому что вы в том числе делаете мою жизнь, мою матрицу. Я вас благодарю и прощаюсь с вами до вторника. Всем огромное спасибо.